Здравствуйте. Видео ведется на панорамную камеру 360 градусов. Можете смотреть во все стороны, вверх, вниз, влево, вправо. На мобильном устройстве можете управлять при помощи гироскопа. Если такая функция не поддерживается, то вводите по экрану пальчиком, и видео прокручивается во все стороны. Если смотрите на компьютере, то зажимаете левую кнопку мыши, и также видео прокручивается во все стороны. Если у вас нечеткое изображение, то в настройках YouTube устанавливаете 4К, и видео будет максимально четко, которое YouTube поддерживает для панорамных камер 360 градусов. Итак, мы сейчас с вами заходим в магнит. Сейчас мы шли по парковке гипермаркета «Магнит», который находится по адресу Калараша 111. И мы с вами вошли в «Магнит». Что? Маленькая тележка? Ты хочешь маленькую тележку взять? Возьми. Сейчас Жозефина возьмет маленькую тележку, мы ее здесь подождем. И был у вас такой вопрос. Какой был вопрос? Сколько стоят круги на одну? Сколько стоят круги в Лазаревской? Сейчас мы посмотрим, есть ли вообще остались ли круги. У нас сегодня 21 августа. Уже все продают к школе. И сейчас не знаю вообще, будут ли вообще круги у нас здесь. Плавки, шорты у нас еще пока есть. Значит, может, будут и круги. Вы хотели спросить. Ага, вот, круги. Круги. Маленькие круги 105 рублей. Какие-то круги, шары 79 рублей. Шары, апельсины 239 рублей. Уже какие-то даже скидки на круги начались. Круг, кусочек арбуза 800 рублей. Ананас. Круг ананас 639 рублей. Это не манго, это... Какой-то... Это не манго. Короче, это не манго, стоит 1699 рублей. А вот круг, на котором сидеть, 479 рублей, в котором сидеть и спинка даже есть. Это для льда, это чтобы бутылки охлаждать. И также есть радуга 800 рублей. Это матрасы. Есть даже блестящие матрасы внутри, 479 рублей стоит. И снизу тоже есть разные по 1000 рублей матрасы и по 800 рублей разные матрасы есть. Так, это бассейны. Короче, больших кругов нету, есть только маленькие круги в магните. Потихоньку все раскупили, но также есть подстилки под попы, 445 рублей стоит. Кресло пляжное 800 рублей, говори. Еще мы сегодня покажем вам маленькие мунели, и в них есть витамины. Вот, маленькие мунели, в которых есть витамины, сегодня вам тоже мы покажем. Так что такие вот цены у нас в гипермаркете «Магнит». Потихоньку идет даже небольшая распродажа, вы можете увидеть. И сейчас Жозефина вам покажет, где в гипермаркете «Магнит» есть и мунели. Сейчас я ей дам камеру. Одной рукой можно держать. Сейчас мы пойдем к Йогуртам и еще куда-то. Еще в «Магнит» есть не только взрослые, но и детские корзинки. Такие корзинки есть с всякими флажками. Ну, так как у меня такая, с флажком. И мы вам еще сегодня вы увидите, как я закончила садик, и мы сегодня раскроем подарок, когда мы приедем обратно в Семидокладжи. Сейчас мы идем. Также тут еще и женские дела, еще и фрукты, помидоры, еще сахар, еще каша здесь. Вот это подходит. Хоп, я с молоком здесь. Вот тут. Здесь не надо, она так все время панорамная. Поставь тачку, просто держи камеру еще. Тачку можешь оставить. Зачем? Сейчас мы... А, вот же они. Да, вот. Еще вот такие мунели я бы взяла себе. И тогда папа покажет. Хватит одной пачки, ты больше 6 штук взяла.
Идемте дальше. Давай. Папа, ты не купишь хот-дог? Хот-дог? Не куплю. Хот-дог я не куплю. Итак, имунели, и взяли мы, тоже какие-то йогурты взяли. Вот такой вот у нас мини-обзор, он получился Магнита. Так что, если вы приезжаете в конце августа, то на круги уже есть какие-то скидки, но для круги для больших взрослых людей уже таких кругов в Магните не продаются, зато продаются великолепные разные матрасы, разные разноцветные. Подписываемся на канал, ставим лайк и пишем в комментариях, что вам интересно про Лазаревскую. Постараемся вам это снять. Вот такой вот короткий выпуск. Подписываемся на канал, ставим лайк.